Из официальной хроники. Сегодня министр культуры Владимир Мединский и министр обороны Сергей Шойгу подписали соглашение о сотрудничестве. Оно будет способствовать дальнейшему развитию отношений министерств в области патриотического и военно-исторического воспитания, туризма и музейных программ. В частности, соглашение... Мы и без соглашения очень плотно работаем, потому что цели у нас одни. Одни задачи, одни убеждения. Мы будем работать по всем направлениям, включая такие замечательные инициативы, как «Парк Патриот». Мы уже наметили целый ряд экспозиций, которые мы на постоянное экспонирование в парк готовы передать в этом году. В Крыму у нас есть ряд совместных идей. В общем, мне кажется, что у вас оборона, а у нас духовная оборона. И мы должны быть вместе. В частности, соглашение предусматривает специальные программы патриотического воспитания в учебных заведениях. Предполагается сделать более доступным детский и молодежный туризм, привлекать подрастающее поколение к краеведческой, физкультурно-спортивной, военно-патриотической работе. Кроме того, министерства договорились проводить совместные акции, включая ежегодный День музея для российских кадетов.